Доброе утро, собачки. Николь. А у нас с утра начинается новая жизнь. Начало наших дрессировки. Да? Чтобы дрессировка прошла хорошо, она должна быть на голодный желудок. Ника, как ты на это смотришь? А? Ты рада, что мы будем дрессировкой заниматься? Николь. Дрессировке рада? Только что она говорила нет. Жесть, а ты рада дрессировке? Жеська. Отворачивается, не хотят. Не хотят дрессировкой заниматься. А что делать? Что? Надо. Вы готовы? Джесси? Ника? Так. Джессичка? Лежать. Джесс, лежать. Лежать. Джесс. Ника, лежать. Николь, лежать. Николь, лежать. Упорно сопротивляется. Джесс. Ай-яй-яй-яй-яй. Кушать сегодня не будем и гулять сегодня не будем. Все. Джесси и Ника не слушаются. Не хотят выполнять команды. Да? Джесс, ко мне. Молодец. Джесс, лежать. Джесс, лежать. Лежать. Джесс. Лежать. Молодец. Лежать. Лежать, Джесс. Возвращайся на место. Иди на место. Возвращайся. Возвращайся на место. Возвращайся на место. Не хочешь выполнять? Возвращайся на место. Возвращаемся на место. Возвращаемся. Молодец. Сидеть. Николь, ко мне. Ко мне, Николь. Быстрей. Ко мне. Николь. Николь, ко мне. Сидеть. Я здесь нахожусь. Лежать. Николь. Николь. Лежать. Лежать, Николь. Николь, лежать. Кажется, они на голодный желудок еще хуже работают. Возвращайся к косточке. Николь. Так, ладно. Значит, делаем паузу и кушаем. Посмотрим, как будет после еды. Потому что на голодный желудок, оказывается, еще хуже дрессировка проходит. Придется кормить. Ника, на место. Иди сюда. Николь, возвращайся. Николь, сиди здесь. Николь, иди сюда. Николь, сидеть. Сидеть. Ай-яй-яй. Вода. Вода. Сидеть. Кушаем. Можно. Кушай. Кушай корм. Кушайте корм. Ника, кушайте. Кушай, Джесси, кушай. Можно. Кушайте. Молодец, Ника, кушай. Ника, кушай корм.
сейчас тебя ждет, пока Джесси поест, потом ест сама. Джесси смотрит и облизывается. Перестала съесть. Увидела новый корм. Да, спасибо. Ага. Ух ты! Кто хочет больше? А? Ник, иди сюда. Иди сюда. Ник, иди сюда. Ты кое-что не делал. Опа. Вот где вкусняшка. Что это за... Не то. Смотри, смотри, смотри. Все, идите кушайте. Кушай корм. Быстро кушаем. Хочу тот. Смотри, смотри, смотри. Тот вкусный. Смотри, смотри. Смотри. Микайна. Как это? Что это такое? Где? Думать, что у Ники такой, да? Сейчас понюхать, но нет. Кушай, Джесси. Давай, кушай корм. Вот Ника молодец, хорошо кушает. А Джесси что-то... Нику вставил. Mm-hmm. А Джесси тормознул. Mm-hmm. Разное как. Да. Цикл бережу? Бери животных, да. Ворон. А что делать? Мы скатились до примитивного образа жизни. Джесси хочет попкорн. Ну, это ее проблема. Мало ли кто что хочет. Пусть экономит. Будем экономить корм. Класс, да, Николь? Вот это... Отлично. Штырило. Ну, продолжимся. Дрессировку. Ника молодец, покушала. Джесси, ты будешь кушать корм? Вот Ника, куда пошла? Тебя никто не отпускал. Возвращайся. Водичку попить собачке можно? Буду ее принести. И если водички попить, то можно. Ну, так принести, подыхай. Да прям там, что ты скажешь. Ну, иди водичку пить. Это мое место, место дрессировщика, Николь. Ты иди туда, иди на место. А я буду дрессировщик, а не костюм. Не хочу, а надо. Все время у тебя только и слышно. Не хочу. Да, Николь? Джесси решила подкрепиться. Иди на место. Сейчас будешь дрессироваться. Ты думала, все, да? Сказка? Нет. Я тоже думала, все. Да, иди возвращайся к косточке своей. Будешь теперь команды выполнять. Быстро команды выполнили и разбежались. А то ты вот это затягиваешься. Сейчас Джесси наминает. Джесси обычно кушает первое. Очень быстро. Но сегодня прошел сбой. Да? Все? Отлично. По местам. По местам. Сидеть. Возвращаемся. Ох, ты что, кабанчик. Сидеть. Хорошо. Джесси, ко мне. Джесс, ко мне. Стоп. Сидеть. Молодец. Лежать. Джесс. Джесс. Лежать. Джесс, лежать. Молодец, хорошая собачка. Ты хорошая. Ой, сейчас потеряла корм. Где он тут? Потеряла. На. Давай. Молодец. Иди на место. Возвращайся на место. Иди, садись. Сидеть. Молодец.
Николь. Смотри, Ника нюхает, что ты себе съела. Николь, ко мне. Ника, ко мне. Стоп. Сидеть. Николь, сидеть. Молодец. Лежать. Ника, лежать. Николь. Нику. Лежать. Николь. Лежать. Николь, лежать. Николь. Николь. Не хочет выполнять команды. Это у нас самый ленивый собакин. Отворачивается. Не хочет, чтобы снимали ее. Как она ленится. Николь. Возвращайся на место. Возвращайся. До свидания. Иди. Иди, возвращайся на место. Возвращайся. На место возвращайся, говорю. Что, наказывать тебя? Возвращайся. Возвращайся на место. Быстро. Иди. Джейс, бери косточку. Неси косточку. Ника, неси косточку. Ника. Мы упорно, упорно не хотим ничего делать. Вот так вот и снимай каждый день. В мире работы. Первый день 200 рублей. Джейс, неси косточку. Неси, будем играться, неси косточку. Нет, нет. Косточку мне нужно. Нет, ну так любой дурак скушает. Знаешь. А ты косточку мне принеси. Бери косточку. На, неси. Джесс. Все, она не только видит вкусняшки, понимаешь? Все, больше ничего не видят. Джесс, сидеть. Иди сюда. Ко мне. Сидеть. Неси косточку. Ты же знаешь, что такое нести косточку. Неси, на. Неси. Это мы хотим добиться того, чтобы они принесли платьечки для прогулок. Когда они хотят играться, они несут косточки и играйся с нами, да? А когда команда звучит, мы не хотим этого делать. Да? Мы не такие. Команда, мы не собираемся подчиняться людишкам, да? А Джесс, танцевать будешь? Джесс, ко мне. Джесс, ко мне. Сидеть. Лежать. Джесс, лежать. Только у нее в руках это вкусняшка, она только носом туда. Джесс, лежать. Джесс, лежать. Кошмар. Кошмар какой-то. Джесс, лежать. Дашу уже разбудили. Из-за тебя. Лежать. 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 Ладно, хорошо, танцуй. Давай, танцуй. Танцуй. Вот так, молодец. Все, заслужила. Урок окончен. Джесси получает 1 с плюсом. Ну ладно, 2 с плюсом за танец. Еще тебе 1 балл. Ника получает кол. Нет, кол это единица, да? Минус тебе, жирный. Двоечница. Не, Джесс, двоечница. Это нулевочница. Хоть бы хны ей. Играться будем? Вот мы 17 минут фигнёй страдали. Да? Лентяйки.
Лентяйки. Ну ничего. Будем дрессировать. Играться будем. Ладно. Всем пока-пока. Джесси убежала. Джесси, иди пока скажи. Пока скажи зрителям. Сидеть. Джесс, сидеть. Так, обещайте, что вы исправитесь. Обещаем, обещаем, мы исправимся. Мы будем выполнять команды в следующий раз. Да, Николь, ты будешь выполнять команды в следующий раз? Говори. Что ты скажешь в свое оправдание? Молчит. Это та ворчушка, которая все время ворчит. Сейчас молчит. Стыдно. Да? Стыдно, Николь? Стыдно. Все. Зрители все увидели, как вы плохо себя ведете. Все. Пока-пока.